Угу, пишем. Мы находимся в районе поселка Стрельцово. Здесь прямо в поле лежат обломки самолета. Они буквально в 2 километрах от нас, но близко нас не пускают, так как там оцеплена территория и работают сотрудники спецслужб. А именно там находятся сотрудники МЧС, полиции. При нас уже приехали сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Мы прибыли на место буквально 20 минут назад. Здесь стоят представители владельца самолета. Они рассказали, что сама техника уже восстановлению не подлежит. Также они рассказали, что в самолете находились 3 человека. Они все живы и уже отправились в БСМП.